Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я снова поиграю в первую BFME с учетом прошлых ошибок и снова попытаюсь намутить тактику вольфийских лучников, но с одной небольшой оговоркой. Возможно, я переключусь на конных лучников. Посмотрим. Будем слушать с вами музычку из третьего Ведьмака, потому что она эпичненькая. Ну, в общем, давайте попробуем. Ну и, конечно же, как обычно, будем надеяться, что игрок, который против меня, не про. Но у него очень странный ник. То есть, как бы, вот так вот. Вполне возможно, что это кто-то из моих подписчиков решил повыебываться. Возможно, даже знаю, кто это. Ну, посмотрим. Может быть, это и не так. Может, я ошибаюсь. Так, с хоббита мы отправим шпионить. Возможно, даже подсирать. Он играет за Мордор. Я не уверен, но Мордор вроде как слабая фракция. Главное лишь не проворонить троллей. Тролли — это страшно. Ну и опять же, против троллей в обычную конницу не поиграть. Что очень даже хорошо, потому что я и не собирался. Так-с. Побежали. Давайте сюда. Мне не нравится, что они застревают время от времени, поэтому я постоянно смотрю, чтобы этого не произошло. Спешите! Это вражеский лагерь! Вас еще много! Так. Меня ничто не остановит. У него есть. Да. Я совсем забыл. Но он нас не догонит. А мы ударим ему в спину сейчас. Кайтим его и попытаемся что-то снести. Построим стрельбище. Так, что у него там? Он вышечку поставил, хорошо. С вышки сражаться, разумеется, не стоит. Он крипит орками. Я только не могу понять, куда делись варги. А, он их как-то... Я понял, он их выманил каким-то образом. Слушай, этот парень умеет играть, и это печально. Весьма. Ну хорошо, ничего не поделаешь. Хотя нет, пошли. Он выманил шмыгой. Пошли мешать ему вот здесь вот. Это будет лучшим вариантом, на мой взгляд. Так. Замечательно. Заберем эту точку. Пусть немножечко денежек нам принесет. Повезло, что варг заагрился на него. Это даст нам возможность победить в этой стычке. Но мы потеряем тоже своих крестьян, к сожалению. Тут уж ничего не поделаешь. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. И все пока что. Замечательно. Нужно захватить здесь тоже ферму. Бейте в цель! Стреляйте в них! Не дайте им уйти! Готовься! Здесь полно опасности! Если что, я ее просто снесу. Здесь полно
Я не уверен, хорошая это идея или нет, но я буду надеяться, что хорошая. Так, еще луки. Отправим их сюда. Хорошо, они не снесут, не успеют. Я надеюсь, по крайней мере. Сейчас наши лучники немножко экспы получат. В идеале уровень второй. Это все, что мне нужно. Надо убивать лесопильщиков. Это что у нас такое? Ух ты, забавно, смотри. Давайте убьем. И построим эльфийских лучников. Мы победим! Подходите ближе, твари! Лучники готовы! Так-с. Пусть продолжает сносить. Держитесь. Второй уровень, возможно, даже третий получим. За это. Оставайтесь со мной. Очень хорошо. Здесь немножечко неудобно, но да. Возьмем хилку. Так, бабосики. Как? Черт возьми, это минус третий уровень. Я просто в шоке от этого. Откуда он там взялся? Ах, как же я зафейлил. Они вблизи не то что не стреляют, а вообще ничего не делают. Что весьма печально. Но в любом случае, мы все еще выигрываем. Просто жаль. Очень жаль этот отряд. Так, хорошо, здесь все нормально. Давайте попытаемся качнуть Теодена, я не совсем уверен, получится ли это у меня. Он отступает. Не будем злоупотреблять. Так. Я надеюсь, что Теоден в состоянии убить Варга. Походу нет. Точнее, одного он убьет, но второго нет. Да, хорошо. Но таким образом мы чутка подкачаемся, значит. Отступаем. Так, у нас еще одни лучники есть. Здесь... Отлично, зажигательные стрелы готовы. Эльфы пойдут сюда. Качаться. Он сливает орков. Это очень хорошо. Но если я правильно помню, то... Он получает за это тоже очки. В этой части злые фракции получают очки и силы, если они теряют войска. То есть, в принципе, он нормально поступает. Наверное, наверное. Я не уверен. Так, я надеюсь, они убили этих летателей. О, черт возьми. Ну, окей, все понятно. Сносим. Сносим. Минус крестьяне. Отлично. Здесь качаемся. Ну что ж, в таком случае не имеет никакого смысла, на мой взгляд, играть в эльфов. Этот отряд пусть качается потихонечку. Мы будем строить конных лучников, потому что нам нужна маневренность против его троллей.
Теодену но я опыт не отдам. Ну, быстрее. Черт, они не прокачались. Лучше бы я тогда Теодену отдал. Обидно. Тысячу 300. Дороговато. Сейчас надо аккуратно себя вести. Иначе я могу попасть под тролля. Окей. Здесь пока что все нормально. Посмотрим, какая ситуация. Здесь тролль. Окей. Мы должны защитить наши леса. Садники Рохана! Не отступать! Эльфы войны! Садники Рохана! Победа ждет нас! Воины Рохана! Победа ждет нас! Он ушел. Испорьте коней! Победа ждет нас! Давайте этого попытаемся убить. Замечательно. Замечательно. Идем сюда. Делаем флаги. И построим еще один отрядик. Что-нибудь снесем, чего-нибудь, чтобы получить экспу. Очень мало опыта у меня тут. Ну и апнем на варгах этот отряд точно, если он сейчас не прокачается, чуть лагает. Я надеюсь, что он не вылетит сейчас. Блин, выглядит так, будто он вылетает. Новое знамя. Но эти парни точно не получат опыт, так что мы их апнем. Да блин! А эти тоже, значит, не получат. Да что происходит? Не буду там строить ничего. Сюда. Эльфы спрячутся здесь. Так, давайте мы построим статуи. Нужно бы сделать каких-то героев. Раз уж там у него тролли, то мне не помешает тот же Леголас. Я надеюсь, по крайней мере. Так, он закрепил. Делаем броню. Что там? Ух ты, смотри, какой беспалевный. Так, ну что ж, давайте попытаемся убить тролля. Или троллей. Сколько у него их там. Я более чем уверен, что он все это время копил, сидел. То есть их должно быть несколько штук, и они должны моих садиков в теории снести. Нам нужно хоть что-то сделать. В этом случае.
Хрен его знает, кто быстрее двигается, тролли или всадники. Ну там катапульты. Назад. Вау, жестко. Мы здесь поставим фонтан, одну ферму и статую. И будем уезжать, чтобы хилиться. У нас полная скидочка. Ну и если там какие-то тролли будут на нас бежать, то призовем эльфов. В принципе, план весьма неплох, имха, конечно же. Единственная проблема это то, что у меня никто не прокачал, не прокачался толком. Я могу снести эти электроны или нет? Нет, не могу. Так, назад. Он не нуб, кстати. Я смотрю Айсьоду, или как правильно там у них звучит, и я видел эту тактику уже. Это, собственно, так и контрится. То, что я сейчас делаю. Эх, скорее всего, какой-то, уж пардоньте, пиздюк. Просто ник поменял, чтобы меня потроллить. Беда. Ну что ж, давайте мы построим тогда еще всадников. Раз уж такое дело. Потому что нам надо быстренько снести ему какое-то ключевое здание. Забойник, к примеру. А не эти вышки. Снос этих вышек это бред. Имха. Вся карта под моим контролем. Сейчас давайте еще лесопилочку заберем. Не знаю, можно еще построить лучников, эльфов. Он не построил здесь вышку. Это хорошо. Давайте-ка я все-таки рискну. Назад, 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 назад. Замечательно. Она не хилится. Таким образом я смогу хайтить и потихонечку сносить. Так, лучники пойдут сюда. Всадники сюда. Ну, как и эльф. Все, на всякий случай я оставлю чутка предела населения, хотя, если честно, я не уверен. Для чего? Ну, для энтов, наверное, оно нужно. Кстати, да, для энтов нужно. Он их подожжет быстренько. Что весьма печально. Давайте-ка мы, наверное, будем копить на Рагорна в первую очередь. Так, эльфы сюда. Чтобы ухо прилетело. Откуда она взялась? Ну, сижу. Так, быстренько воскресимся. Эльфы, будьте готовы. Здесь нас никто не заметит. Скачите быстрее, Энна! Все ко мне! Вот он, лишь ваш кабинет! Вперед! Это твой последний!
Все. Денег хватает. Ждем Арагорна. Так, идем сюда. О, нет. Беги. Беги, бро, беги. Я останусь с вами до конца. Погодите. Этот тень запомнит надолго. Какой же дебилизм. Я пытаюсь что-то делать, а мой противник не делает ничего. Я не могу выиграть. Очевидно, что если я пойду ва-банк, я проиграю. Верно? Можно взять вот это вот и Арагорном затанчить, но беда в том, что там тролли. Но это хороший шанс, мне кажется. И кажись, я никого не потерял абсолютно, то есть я всех воскресил. Так что это тоже момент неплохой. Давайте-ка еще вот так и вот так. Нападем с разных сторон сейчас на него. Всего. Слишком. Но мы потихоньку его сносим. Так, убегаем. Надо спешить. Убегаем, восстанавливаем силы. Блин, как же я ненавижу мух. Назойливая мразь, отвали ты от меня. Тут прям жесткач происходит. Дальше я поеду верхом. Да, маловато у меня осталось всего. Блин, я походу не доконтролил, я думал, они все погибли. Так, давайте посмотрим, кого она может убить. Это сюда. Может быть, какой-нибудь тролль там. Блин, обзор такой маленький у нее. Давай вышечку заберем. А, да, хрен там. Упс. Едем вместе. Рокеры! Перед нами никто не устоит. Будьте настороже. Защитим наш дом. Не отступать. Туда! Двигайтесь! Черт, бабосам все плохо. Будьте настороже, да не подвинью. Будьте настороже. Я больше нет жизни за свободу Рохана. Будьте настороже. Пойдем отряд сносить в таком случае. Всадники Рохана! Король Рохана! Всадники Рохана! Этот тень запомнит на нас защищать, брат. Что будем делать? Сюда! Воины Рохана! Готовьте оружие!
по ним из луков! Умрите, твари! Отходите! Будьте настороже! За урон будет повержен! Готовьте оружие! Зверя! Держите оружие на готове! Господи, мне кажется, или они поют на русском языке. Хотя польский довольно-таки похож. Ладно, не довольно-таки похож, но встречаются похожие слова иногда. Особенно если не слушаться. Так, план таков. Нам нужно снести ему мастерские. Там уровень, все дела. Может быть, таким образом получится замедлить восстановку его подкреплений. Отлично. Окей, это похоже на украинский язык, не на польский. Ой, не на русский. Ну, ладно, все, забейте. Что же делать-то? В общем, он нападает лесопильщиками. Замечательно. Знаете, что я сейчас подумал? Я, походу, больше никогда не буду играть в первые BFME. Как же это уныло. Во славу Белой башни! Садники Рохана! На поле брани! Нас атакуют! Поднимемся против врага! Давайте им отдыха! Вижу тебя! Дружите врагов! Так, давайте быстренько воскресимся. Здесь им не пройти. Мы закружили их до врага. Враг будет повержен. Вместе мы победим. Я отступаю. Ко мне. Враг не пройдет. Захватить здание. Напобежали. Так, у него там снова есть катапульта, но уже не так много. Может быть, от этого что-то получится. Так, идем сюда. Маневрируем. Вместе мы победим. Мы должны собраться с силой. Вместе мы победим. Пробил час славы. Садники Рохана. Начинаем штурм. Будьте начеку. Люди Запада, не отступайте. Ну, давайте, давайте, сносите. Бить по ресурсам нужно. Нужно. Беги, бро. Так. Все сюда. Не знаю, я, конечно, могу сейчас энтов построить. Но что-то мне подсказывает, что это большая ошибка. Может и нет. Можно забрасывать его издалека.
Ну, Гимли жив. Это очень хорошо. Мы потеряли только Эомера, по сути, верно? Да. Хоббит нам не нужен. Все. Предел закончился. Давайте вот это сделаем на всякий случай. И... Нет, стоп. Пока не нужно. Нужно использовать все варианты. Но просто, если я правильно понимаю, то энты быстро умрут от катапульт. Будем надеяться, что я не прав. Так, теперь вот это попытаемся снести. Третий уровень. Хотя бы он меньше будет денег получать. Назад. Дриво оборот. Ты нам нужен. Так. Господи, как же это было потно. Всем спасибо за внимание. Походу, первой БФМЕ больше не будет. Это какой-то ужас. Это слишком уныло. Опять же, я допускаю, что я просто не понимаю, как задавить такого противника. То есть, как отконтрить такую тактику, скажем так. Ну это просто ужас. Он ничего не делал. Абсолютно. Он немножечко покрипел и все. Как с этим сражаться? Всем спасибо за внимание. Пока.